американский философ объяснил причину вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Публицист из США Хомский назвал интересы ВПК причиной вступления Швеции и Финляндии в НАТО. 22 мая 2023 года. Присоединение Финляндии и Швеции в НАТО никаким образом не связано с гипотетической российской угрозой, причины совершенно иные, рассказал в интервью New Statesman американский политический эксперт и публицист, философ Ноам Хомский. Как сообщает Политрассия, эксперт высказал мнение, что вступление двух стран в Североатлантический блок обусловлено желанием получить больше возможностей для собственной военной промышленности. Публицист напомнил, что Россия никогда не выказывала ни малейшего желания предпринять какие-либо агрессивные действия против Швеции и Финляндии. В Стокгольме и Хельсинки это прекрасно знали и также не проявляли абсолютно никакой обеспокоенности по поводу некоего российского вторжения. Они хотят вступить в НАТО по очень простой причине. У них довольно развит передовая военная промышленность, они в значительной степени уже интегрированы в НАТО в плане совместных операций, так что непосредственное вступление дает им большие возможности для нового рынка, новый доступ к передовому оборудованию и так далее, подчеркнул Хомск. Эксперт добавил, что о российской угрозе для Финляндии и Швеции говорит только западная пропаганда, но в действительности все обстоит иначе. Ранее Ноам Хомский высказал предположение, что в будущем Украина может стать аналогом Австрии времен Холодной войны. При этом он исключил возможность присоединения страны к НАТО.